Итак, друзья, сейчас я на «Ласточке», она же «Аэроэкспресс» во Внуково, с Киевского вокзала, ну, потому что во Внуково, кроме как с Киевского вокзала, ничего не ездит под названием «Аэроэкспресс». Провожаю товарища, точнее, уже проводил. Сейчас он поедет на... сколько? На 9 часов, да? Ну-ка, что там со временем? На 8 часов. То есть тут есть такое немножко разделение. На 8.30 нет аэроэкспресса вечера. Есть только на 8 и на 9. А вообще каждые полчаса ходит. Вот это вот такая вот крыша, которая в том числе, кроме Новопеределкино, еще и закрывает собой поезд аэроэкспресс. В плане касс покупаете это все... ну, естественно, в кассах. Вот. Причем находятся они вот там. В них лучше всего заходить просто с площади Киевского вокзала. Как вы туда доберетесь, без разницы. Пусть это будет Арбатско-Покровская синяя линия, пусть это будет Филевская, может быть, так ближе. На самом деле, без разницы. Вот. Билет покупается максимально быстро. Если не в кассах, то в автомате. Вот. А далее вам дается билет, не указывающий на то, что вы можете там проехать как-то на какое-то определенное время, а просто вот он есть билет и все. Вот. Ну и, собственно, садитесь и едете. Так, к поездам мне это не интересно, я просто выхожу. Вот. Естественно, надо было положить, казалось бы, сумку, как будто бы я приехал откуда-то. Я же ниоткуда не приехал, я просто здесь существую. Поэтому этого не надо. В общем, любым способом добираетесь до площади Киевского вокзала, либо каким-то образом из метро выходите не через площадь Киевского вокзала. И попадаете в это главное здание, в это охеренное здание. Так, вот это, кстати, район Хамовники. Там район приблизительно Арбат. Ну, а вообще все это называется... Ух ты, блядь, какой наглый, сука! Дорогомилово. Вот это уникальный вокзал. Основной вход все-таки не здесь, а вот там. Это ТЦ Европейский. Вот. Ну и все. И уезжайте отсюда. Я так скажу вам, закладывайте минут 10, если вот вы на Киевской станции метро, вам 10 минут с лихвой хватит, чтобы с метро Киевской попасть... на Аэроэкспресс. Правда, если там пробочки будет на эскалаторах, то тут не знаю, как вы будете из обстановки из этой выходить. Но вообще все довольно просто. Если не час пиковые времена, 20 минут максимум. Например, вы находитесь на Кольцевой проспект Мира. Если вам нужно на 8 часов уже уехать, вам нужно на Кольцевой Мира быть примерно в 7.30. При этом имейте в виду, ехать 4 станции, если вы проедете 2 станции до Белорусской, там может быть пересадочка на ту же Кольцевую, просто поездочек метро едет в депо, ёптить, и вас таким образом обломают минуты на 4. Но тем не менее, следующий поездочек подъедет, и вы спокойненько на ту же Кольцевую сядете, поэтому не паникуйте. Все, мой рассказ окончен. 9 вечера, сегодня 8 декабря 2019 года. Лайк, подписочка, ну и там колокольчик или хуёльчик, извиняюсь за выражение. Пока.